Окончание военных действий в далеком 1945 году совпало со значимым православным праздником – Днем памяти святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Символично, что 68 лет назад на 6 мая выпал и другой, самый главный праздник – Пасха Христова. Вот и в этом году не успел смолкнуть пасхальный колокольный звон, как вновь прихожане собрались на божественную литургию в центральном храме Видновского благочиния, который 6 мая отмечает свой престольный праздник. Центральный храм Видновского благочиния был построен и освящен в честь святого победоносца Георгия, который вел народы Руси к победе над врагом. По доброй традиции в престольный праздник в храме проходит божественная литургия. Праздничная служба, которую возглавил благочинной церкви Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, собрала и взрослых, и детей. Прихожане славили Христа воскресшего и великомученика Георгия. Все наши движения души, они отмечаются на небесах. И всю драгоценность, что есть у нас, это вот доброта к людям и движение души. Прекрасное настроение, потому что это праздники самые главные для всех православных людей. Это праздники добра, любви, всепрощения, неравнодушия, благоденствия. И, конечно, я всем желаю, чтобы все эти вот прекрасные качества, в общем-то, присутствовали все время по жизни, чтобы Господь Бог нас понимал, помогал и всепрощал. По окончании богослужения был совершен крестный ход. Святого Евангелия. Мир всем! Христос воскресе! Поздравляя прихожан храма с великим праздником Пасхи Господней, светлым Христовым воскресением, с днем памяти святого великомученика Георгия, благочинный Михаил Егоров назвал сегодняшний день особенным. Именно с сегодняшнего дня на нашей Видновской земле открываются памятные мероприятия, всегда посвященные памяти павших воинов на полях Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия продолжились на Аллее Славы. В церемонии принял участие и депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. Днем Георгия Победоносца. Здесь связано очень много промыслительных вещей. И здорово, что сегодня после светлого дня воскресенья мы отмечаем праздник Георгия Победоносца. Пользуясь случаем, хочу поздравить с юбилейным праздником всех жителей города Видного, Ленинского района, всех жителей Московской области. И хочу сказать еще «Христос воскресе!». Участники мероприятия прошествовали к мемориалу, чтобы возложить цветы к вечному огню в память о воинах, павших на полях сражений и усопших ветеранов. Минуту молчания отсчитал главный колокол Георгиевского храма. Отрадно, что рядом с представителями старшего поколения плечом к плечу стояли молодые юноши и девушки. Уверен, что дальше вот эти вот традиции, которые мы продолжаем, которые они дальше еще будут только развиваться, они как раз таки в первую очередь нацелены на то, чтобы мы не забывали свои исконные корни, свои истинные ценности, которые нам в первую очередь помогают оставаться людьми настоящим. Ключевым событием торжества стал парад духовых инструментов «Георгиевская ленточка». Я вспоминаю вот те годы, которые вот я сама послевоенная, и вот я выросла на песнях, и вот на этом оркестре своих матери, своего отца. И мне очень дорого, что вот сейчас это все опять вспоминается. Молодежи там сколько, а? Вот это вот самое, что молодежь привлекли. Такое настроение прям сразу поднимается. Первый межрегиональный фестиваль завершился концертом около кинотеатра «Искра». Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.